ребята вышли. Ребята, привет. Вышли, короче, очки продавать. Сегодня они новенькие, желтые пришли. Партия новая. Сейчас посмотрим, что будет выходить. Здесь все. Ну, здесь самое такое место, где не разрешает вообще ничем торговать. Сейчас проверим, как запрещают и вообще как это работает. Морские прогулки, а развратные прогулки какие-то, везде проститутки. Добро пожаловать в нашу прошлую пиратскую команду теплохода «Корсар». Смотрите, завтра придется локти кусать, ибо сегодня будет самая грандиозная вечерина всего Черноморского побережья. Друзья мои, завтра я уже не вспомню того, что будет происходить сегодня. Но поверьте, это будет сногсшибательно, потрясающе и невероятно. Так, вот. Так что, друзья мои, за вас, сотрудников правоохранительных органов, похоже, нет. А то момент распития с алкогольной продукции запрещено, но я же пират, мне можно. Так вот. Количество рома запредельно велико, невероятно, несоизмеримо ни с чем. Полные трюмы с бочками рома, полные трюмы сокровищ. И тем, и другим я намерен сегодня делиться. Сегодня у нас аттракцион невиданной щедрости. Друзья мои, всем на входе, всем, кто поднимется на... Я лично подарю коктейльчик. Ну, естественно, он не молочный, а самый, что ни на есть, мать его, пиратский. Так что, дамы и господа, оставляйте своих детишек где-нибудь там, не знаю, на набережной, на лавочке, можно там на пляже, пускай посидят, посмотрят на вдаль уходящий пиратский корабль, на котором будете вы веселиться и отрываться, как настоящие пираты. У меня словарный запас кончился. Где мой там самозванец, дубликат? Еще не пришел. Ну что ж, друзья мои, для тех, кто к нам только что присоединился, с вами Корсар ФМ. Мы вещаем на волнах отличного позитивного настроения. И я ваш бессменный ведущий, капитан Джек Воробей. Сегодня у меня в гостях сногсшибательная, потрясающая, очаровательная, невероятная, умопомрачительная, неповторимая. Я запретник уже языкается от восторга. Да, друзья, это она. Сегодня с нами Сандра, самая пиратская муза из всех пиратских муз, существующих на пиратском
побережье. Так вот, друзья, мы для вас приготовили огромное количество призов, подарков, сюрпризов, сувениров, да и, в принципе, хорошего настроения. Так что, дамы и господа, это будет легендарно. Да, мой друг? Не-не-не, это символ нашего корабля, мы ее просто так не отдадим. Да? Да. Пираты, в принципе, не склонны чем-либо делиться или кем-либо делиться. Но сегодня я обещаю, что алкоголем будет делиться со всеми. А алкоголь – самый пиратский напиток. Если можно назвать вслух? Это не противоречит законодательству Российской Федерации? Даже если так, то мне все равно не пират, не можно. Ром, мазь, ром, самый пиратский напиток будет русской рекой. Прямо вот рекой. И сам я это не осилил, несмотря на то, что я осилил. Мне нужны помощники, которые с удовольствием разъедят эту пиратскую участь. Так все, друзья, я начинаю делами заниматься, пока отключаюсь. Что-нибудь интересное будет, буду снимать. Всем пока.